10 июня прошло срочное заседание Венспилской городской думы. На повестке дня был рассмотрен вопрос и принято решение о сносе здания на улице Пилс, 23 в Венспилсе для предотвращения опасности, угрозы безопасности людей и имуществу. Недавно эта частная собственность была обнесена заграждением, чтобы не угрожать жизни людей. Здание под номером 23 было одним из красивых архитектурных объектов на улице Пилс, главной улице Венспилса. Над лестничной клеткой была стеклянная крыша, а парадная лестница вела в большие квартиры. Реставрация этого дома требует больших средств, которые его владелец не может вложить. Эту сумму уточняют до снесения исторического здания.